В Апатитах обрушился козырек на крыльце одной из торговых точек сети «Магнит». Речь идет о здании бывшего магазина «Олененок». ЧП произошло средь бела дня во вторник. К счастью, никто не пострадал. Тему продолжит Антон Рассказов. И месяца не прошло, как в эфире народного телевидения «Хибины» был материал о том, что в Апатитах у продуктового магазина «Магнит» упал козырек. И вот новый эпизод. Снова «Магнит» и снова козырек. Но главное отличие между этими двумя историями в том, что этот магазин пока еще не начал работать. И ведь слава богу. А что, если бы конструкция рухнула на людей? Несмотря на то, что она очень хлипкая, снегу навалило предостаточно. Это заметно по снежным покровам на крыше. И получается, тоненькие детали не вынесли вес заполярных снегов. И мне кажется, шишкой потерпевший бы не отделался точно. Этот магазин пока еще не начал работать. Покупать или нет, и можно было бы не обратить внимания на это происшествие. При условии, если бы меньше месяца назад на Бредово у «Магнита» также бы не рухнул козырек. Покупательница выходила из магазина, и козырек упал у нее за спиной. Но этот продукт магазин работает, поэтому через пару часов козырек починили. Нынешнее происшествие прокомментировали в администрации города. Там в курсе происходящего, меры реагирования приняты. Ведется обследование, проверены все козырьки и ряд козырьков принято ими решение усилить. Такого же типа, как смонтирован был козырек на Ленина 23А. На сегодня администрация ведется работа по привлечению залу «Тандер» к административной ответственности в части ненадлежащего содержания фасадов здания. Логика коммерсантов понятна. Экономят на каждой детали, поэтому сооружают хлипкие и дешевые конструкции. Ведь сетевикам легче заплатить один штраф, что для такой общефедеральной фирмы не деньги, чем вкладывать средства в качественный ремонт. Вот и строят свои «времянки».